Здравствуйте, я рад приветствовать вас в качестве зрителей нашего видеокурса по немецкому языку. Четвертый урок сегодня. Видеокурс, напомню, называется «Картинки из немецкой жизни». И сегодня в нашем уроке два сюжета. В первом сюжете мы узнаем, как Петр пришел в гости к Монике, а во втором сюжете мы увидим, как Петр и Моника ходили в кино. Итак, первый сюжет четвертого урока, он называется «В гостях». И речь, вот предваряя серию слайдов, речь пойдет о том, как Петр пришел в гости к Монике. Напомню, что в самой первой серии Моника забыла зонтик, который остался у Петра. И вот Петр возвращает зонтик Монике. Итак, задание, напомню, ставшее уже традиционным для нашего видеокурса, для работы над сюжетами. Итак, задание к первому этапу работы. Внимательно посмотрите на серию слайдов и внимательно прослушайте тот сопроводительный диалог, который прозвучит каждому слайду. Guten Tag. Kann ich bitte Fräulein Weber sprechen? Fräulein Weber, Sie bekommen Besuch. Ach, Herr Scholz, das ist aber eine Überraschung. Bitte kommen Sie. Gestatten Sie? Oh, vielen Dank, Herr Scholz. Diese Blumen sind aber schön. Bitte nehmen Sie Platz. Danke, Ihr Zimmer ist sehr hübsch, Fräulein Weber. Ja, gefällt es Ihnen? Möchten Sie vielleicht eine Tasse Kaffee oder lieber ein Glas Tee? Ich trinke gern einen Kaffee. Einen Moment bitte, ich bin gleich wieder da. Möchten Sie inzwischen etwas lesen? Diese Zeitschrift hier ist interessant. Oh, wer ist das? Ein Freund? Entschuldigen Sie bitte, Fräulein Weber. Ich möchte lieber gleich gehen. Es ist schon 18 Uhr. Aber Ihr Kaffee? Bitte bleiben Sie noch. Das ist mein Bruder Wolfgang. Ach, das ist nicht Ihr Freund. Nein, das ist nicht mein Freund. Das ist mein Bruder. Er ist Journalist in Leipzig. Nehmen Sie nun wieder Platz, Herr Scholz. Auf Wiedersehen, Fräulein Weber. Wir telefonieren übermorgen, ja? Oder haben Sie keine Zeit? Doch, Herr Scholz. Aber sagen Sie, ist das nicht mein Schirm? Welcher Schirm? Doch, natürlich, Ihr Schirm. Вот такой сюжет, такой диалог разыгрался между Моникой и Петром, который пришел к Монике в гости. С точки зрения словарного запаса, я думаю, никаких трудностей при работе с диалогом быть не должно. Но, тем не менее, напомню основные, показавшиеся мне наиболее интересными моменты. Ну, во-первых, следует вспомнить такие имена существительные, как der Besuch, die Überraschung, die Blume, das Zimmer,
das Glas, die Zeitschrift, der Freund, die Zeit. Из глаголов, которые прозвучали в этом диалоге, обратите внимание на следующие. Bekommen, nehmen, bleiben, telefonieren. Вот это все, что касается слов, и несколько устойчивых словосочетаний, которые приняты в бытовой устной немецкой разговорной речи. Gefällt es Ihnen? Entschuldigen Sie bitte. Это что касается форм вежливого обращения. Несколько слов в качестве комментария о грамматических особенностях немецкой устной речи, которая вот прозвучала в этом диалоге. Напомню, что в немецком языке, помимо регулярных глаголов, вот, с которыми мы постоянно сталкивались, вплоть до четвертого урока, существует и ряд глаголов нерегулярных. Ну, помимо вот тех двух, haben и sein, которые нам уже встречались, существует ряд глаголов, напомню, которые называются или принято называть в грамматиках немецкого языка сильными глаголами, в отличие от регулярных глаголов, которых в немецких грамматиках принято называть слабыми. Так вот, сильные глаголы характеризуются тем, что в настоящем времени, когда мы изменяем их по лицам, меняют корневую гласную. Ну, например, глагол helfen. Вот его формы звучат следующим образом. Ich helfe, du hilfst, hilft. Wir helfen, ihr helft, sie helfen. Итак, во втором и в третьем лице единственного числа настоящего времени, то есть в формах do и er, как вы могли заметить, корневой гласный и меняется на i. Таких глаголов, нерегулярных глаголов, в общем-то, достаточно много, но самое как бы неприятное может быть даже не это, а то, что эти глаголы наиболее частотные, то есть они очень часто употребляются в разговорной речи. Ну, хотя бы глагол helfen, либо глаголы sprechen и глагол nehmen. Я привожу те глаголы, которые встречаются в наших сюжетах. Итак, глагол sprechen имеет следующие формы. Ich spreche, du sprichst, sie, es spricht. Wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen. И глагол nehmen. Ich nehme, du nimmst, sie, es nimmt. Wir nehmen, ihr nehmt, sie nehmen. К этой же группе относятся глаголы lesen и essen. Ich lese, du liest, sie, es liest. Wir lesen, ihr lest, sie lesen. Ich esse, du isst, sie, es isst. Wir essen, ihr esst, sie essen. Ну, пожалуй, это самое сложное, что встретилось нам в первом сюжете очередного видеоурока. В этом же сюжете, в диалоге этого сюжета, встречаются и указательные местоимения, такие как dieser, dieses, diese, они, соответственно, различаются по родам, и также отрицание kein. Вот напомню, отрицание nein и nicht мы прорабатывали
во втором уроке, а вот в четвертом нам встречается отрицание kein. Напомню, что отрицание kein употребляется в конструкциях там, где нужно составить фразу, содержащую отрицательную информацию по отношению к именам существительным. Ну, как, например, в следующем случае, вот я приведу пример. Das ist kein Koffer. Das ist kein Buch. Das ist keine Tasche. Вы можете использовать это отрицание также в качестве элемента фразы, если вам необходимо подчеркнуть тот факт, что у вас чего-то нет. Например, ich habe keinen Koffer, ich habe kein Buch, ich habe keine Tasche. Ну вот и в качестве примера, уже взятого из этого сюжета, напомню, что на вопрос haben Sie Durst, можно ответить «Я habe Durst» либо «Nein, ich habe keinen Durst». Итак, еще раз обращаю ваше внимание на то, что мы вот уже за 4 урока практически охватили все варианты отрицания в немецком языке. Напомню, nein, nicht, и вот в четвертом уроке нам встречается отрицание kein. Перейдем к второму этапу работы с нашим диалогом первого сюжета. Наша с вами задача будет сейчас прочитать, озвучить текст этого диалога. Все те же уже ставшие близкими персонажи. Это Петер, Моника и знакомая фрау Шмидт, хозяйка квартиры. Ди Вертин. Guten Tag. Kann ich bitte Fräulein Weber sprechen? Fräulein Weber, Sie bekommen Besuch. Ach, Herr Scholz, das ist aber eine Überraschung. Bitte kommen Sie. Gestatten Sie? Oh, vielen Dank, Herr Scholz. Diese Blumen sind aber schön. Bitte nehmen Sie Platz. Danke, Ihr Zimmer ist sehr hübsch, Fräulein Weber. Ja, gefällt es Ihnen? Möchten Sie vielleicht eine Tasse Kaffee oder lieber ein Glas Tee? Ich trinke gern einen Kaffee. Einen Moment bitte. Ich bin gleich wieder da. Möchten Sie inzwischen etwas lesen? Diese Zeitschrift hier ist interessant. Oh, wer ist das? Ein Freund? Entschuldigen Sie, Fräulein Weber, ich möchte lieber gleich gehen. Es ist schon 18 Uhr. Aber Ihr Kaffee, bitte bleiben Sie noch. Das ist mein Bruder Wolfgang. Ach, das ist nicht Ihr Freund. Nein, das ist nicht mein Freund. Das ist mein Bruder. Er ist Journalist in Leipzig. Nehmen Sie nun wieder Platz, Herr Scholz. Auf Wiedersehen, Fräulein Weber. Wir telefonieren übermorgen, ja? Oder haben Sie keine Zeit? Doch, Herr Scholz. Aber sagen Sie, ist das nicht mein Schirm? Welcher Schirm? Doch, natürlich, Ihr Schirm. Следующий шаг, который нам предстоит сделать в работе над
речевым материалом. Шаг уже вам знакомый. Это попытаться, глядя на серию слайдов и учитывая вот те подсказки, которые скрываются в рамочках в верхней части слайда, в которых, собственно, кодируется при помощи нескольких символов как бы содержание реплики. Итак, наша задача с вами – это попытаться максимально близко, напомню, к исходному тексту восстановить основные реплики персонажей.
Итак, мы с вами, я считаю, успешно проработали первый сюжет четвертого урока. Перейдем ко второму сюжету. Мы назвали этот сюжет «Новый фильм». Ну, сориентирую вас сразу, речь пойдет о том, что Питер приглашает Монику в кино. Вот вокруг этой ситуации и организуется весь диалог по телефону. Первый шаг, который нужно нам будет, как всегда, сделать при работе над диалогом сюжета, это посмотреть серию слайдов и внимательно прослушать те реплики, которыми обмениваются между собой участники диалога. Я, bitte, hier Weber. Guten Tag, Fräulein Weber. Hier ist Peter Scholz. Ah, guten Tag, Herr Scholz. Haben Sie vielleicht morgen Zeit? Das Kino International bringt den Film Borgi and Bess. Fein, diesen Film möchte ich auch gern sehen. Er läuft seit gestern, aber in Englisch. Sprechen Sie eigentlich Englisch? Ja, etwas. Ich fürchte, ich verstehe nicht alles. Ich erkläre gern den Inhalt. Das ist nett. Und wann beginnt die Vorstellung? Sie beginnt um 17 Uhr. Gut, das Kino kenne ich auch noch nicht. Wie komme ich eigentlich dorthin? Am besten fahren Sie bis Schillingstraße. Denn das Kino ist direkt gegenüber. Ich warte dort um 4:45. Die Karten bestelle ich aber schon heute. Wie lange dauert eigentlich der Film? Etwa 3 Stunden. Ich glaube, wir brauchen anschließend eine Erfrischung. Nebenan ist eine Milchbar. Einverstanden. Wahrscheinlich habe ich noch etwas Zeit. Auf Wiedersehen, Herr Scholz. Bis morgen. Auf Wiedersehen, Fräulein Weber. Вот такой достаточно несложный сюжет я хочу предложить вашему вниманию. Что касается словарного запаса, то здесь мы сможем его с вами расширить за счет названий языков. Итак, что нужно вспомнить? Ну, основные наименования языков мира. Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Polnisch, Чехиш, унгариш, булгариш. Хочу обратить ваше внимание на те числительные, которые также встречаются в этом сюжете. То есть это уже десятки первой сотни. Ну, они образуются более-менее регулярно. Здесь никаких неожиданностей в плане грамматики, в плане словообразования нет. Напомню, основные десятки. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ну и названия для тысячи и миллиона. Thousand und die Million. Соответственно, поскольку мы заговорили о
числительных, то не лишнее будет вспомнить и вопросительное слово «wie viel». Основные имена существительные, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. «Die Minute», «Die Sekunde», поскольку речь идет о времени. «Das Gespräch», «Das Telefongespräch», «Das Kino», «Der Kinobesuch», «Der Film», «Der Inhalt», «Die Vorstellung», «Die Erfrischung», «Die Bar», «Die Milchbar». И глаголы. Ну, глаголы тоже нужно будет внимательно проработать, потому что, вот как я чуть позже скажу в грамматическом комментарии, здесь мы опять столкнемся с сильными нерегулярными формами глаголов. Итак, на какие глаголы нужно обратить внимание? Fahren, laufen, прежде всего. Ну, а также на глаголы fürchten, verstehen, erklären, bestellen. И устойчивое словосочетание, которое подтверждает как бы согласие, принятие какого-либо решения, это вот устойчивая фраза einverstanden. То есть быть согласным с чем-либо, согласиться на чье-либо предложение. Ну, а что касается грамматики, то самое сложное, пожалуй, в этом сюжете, это глаголы, сильные глаголы, нерегулярные глаголы с корневой гласной «а». Вот в прошлый раз, напомню, в прошлом уроке мы встретились с сильными глаголами с корневой гласной «и». Вот «nehmen», «lesen», «essen». Напомню, что сильные глаголы тем и характеризуются, что во втором и в третьем лице единственного числа в настоящем времени у них подвергается изменению корневая гласная. Ну вот в первом случае, о котором я говорил, «и» меняется на «и». Например, «ich helfe», но «du hilfst» и «er, sie, es hilft». В этом сюжете, в этом диалоге мы также сталкиваемся с необычными, нерегулярными глаголами, но уже с иной гласной в корне. В этом случае это будет гласная «а». Глаголы, например, «fahren» либо дифтонг «laufen». Так вот, их особенность, напомню, состоит в том, что они также меняют звучание корня во втором и в третьем лице. Итак, «ich fahre», но «du fährst», «er, sie, es fährt». Ну, а дальше во множественном числе, в трех лицах, спряжение регулярное. «Wir fahren», «ihr fahrt», «sie fahren». То же самое касается и глагола «laufen». «Ich laufe», «du läufst», «er, sie, es läuft». «Wir laufen», «ihr lauft», «sie laufen». И вот специально для этого сюжета я предлагаю вам несколько обобщить весь материал, который связан с отрицаниями. Вот в качестве обобщающего материала я хочу предложить вам несколько фраз, которые могут выступать в качестве образцовых фраз, в качестве фраз-моделей, по которым вы можете строить все аналогичные высказывания. Итак, отрицание «nicht». Вот основные стереотипные фразы. «Ist das Buch interessant?» – звучит вопрос. И ответ – «Es ist nicht interessant». «Ist er Arzt?» – «Nein, es ist nicht Arzt, er ist Lehrer». «Hat er Hunger?» «Nein, nicht er hat Hunger, sie hat Hunger». «Warten Sie?» «Nein, ich warte nicht». «Kennen Sie das Kino?» «Nein,
Ich kenne das Kino nicht. Möchten Sie trinken? Nein, ich möchte nicht trinken. При этом обратите внимание на изменение порядка слов при употреблении отрицания nicht и отрицания kein, напомню, на материале нескольких стереотипных фраз. Итак, вопрос: brauchen Sie ein Taxi? Nein, ich brauche kein Taxi. Essen Sie Obst? Nein, ich esse kein Obst. Ну вот, прослушав этот комментарий, мы с вами и можем приступить к второй части работы над диалогом нашего сюжета, а именно мы сейчас вместе по тексту прочитаем вслух этот диалог. Два персонажа фигурируют в диалоге: Пета и Моника. Так. Ja, bitte, hier Weber. Guten Tag, Fräulein Weber. Hier ist Peter Scholz. Guten Tag, Herr Scholz. Haben Sie vielleicht morgen Zeit? Das Kino International bringt den Film Porgy and Bess. Fein, diesen Film möchte ich auch gern sehen. Er läuft seit gestern, aber in Englisch. Sprechen Sie eigentlich Englisch? Ja, etwas. Ich fürchte, ich verstehe nicht alles. Ich erkläre gern den Inhalt. Das ist nett. Und wann beginnt die Vorstellung? Sie beginnt um 17 Uhr. Gut, das Kino kenne ich auch noch nicht. Wie komme ich eigentlich dorthin? Am besten fahren Sie bis Schillingstraße, denn das Kino ist direkt gegenüber. Ich warte dort um 4:45. Die Karten bestelle ich aber schon heute. Wie lange dauert eigentlich der Film? Etwa 3 Stunden. Ich glaube, wir brauchen anschließend eine Erfrischung. Nebenan ist eine Milchbar. Einverstanden. Wahrscheinlich habe ich noch etwas Zeit. Auf Wiedersehen, Herr Scholz. Bis morgen. Auf Wiedersehen, Fräulein Weber. Итак, прочитав с вами и прокомментировав диалог, его основные сложные моменты в плане лексики, в плане словарного состава и в плане грамматических конструкций, мы можем перейти к завершающей фазе работы над диалогом второго сюжета нашего четвертого с вами урока. Напомню, по серии слайдов, которые содержат символическую поддержку вот в верхних рамочках, напомню, содержатся символы, которые в той или иной степени полноты кодируют содержание реплик. Вот, опираясь на слайды, опираясь на эти подсказки, давайте попробуем с вами восстановить, максимально, напомню, близко к исходному тексту, основные реплики персонажей в этом диалоге.
Итак, четвертый урок нашего видеокурса «Картинки из немецкой жизни» подходит к концу. Мы с вами, напомню, успешно проработали два сюжета. И вот, как обычно, в заключении урока я хочу предложить вам несколько фраз, на которые нужно отреагировать в качестве самопроверки. Итак, задание, ну, аналогичное тем, которые мы с вами делали в предыдущих уроках. То есть вам нужно устно отреагировать на правильность либо неправильность моих фраз. Итак, Herr Scholz spricht Französisch. Monika versteht alles. Ihr Bruder studiert in Dresden. Herr Wendt ist Arzt. Das Hotel ist in der Nähe. Monika kennt die Milchbar. Die Zeitschrift ist interessant. Peter kauft die Tasche. Если вы справились и с этим последним заданием, то мне остается вас поздравить с этим. На этом наш четвертый урок видеокурса «Картинки из немецкой жизни» подошел к концу. На этом я прощаюсь с вами. До встречи!